Всем привет! Днепр на связи. Хочу, друзья, вам показать такую вот небольшую инсталляцию, которую у нас открыли возле синагоги. В прошлом году, если я не ошибаюсь, ставили ее на Европейской площади в районе ЦУМа. Но так как были вандалы, быстро ее развалили. В этом году, видимо, решили не рисковать. И поставили прямо возле синагоги. Приурочена она к Хануке. Видите, уже горит 4 свечи. Зі святом Ханука. Всем, кто отмечает, желаю счастливой Хануки. И показываю вам инсталляцию, которую, кстати, охраняет, видите, полиция. Чтобы ничего с ней не приключилось. И вот, друзья, у нас уже вечер, 23:20. Садится такой достаточно серьезный туманчик. Снега нет, как обещали синоптики. Ну, и за это спасибо. Что по обстановке? Вечером у нас было 2 сигнала воздушной тревоги. Во время одного из них, который начался без 10:06, в 18:05 сообщалось о быстрой цели в сторону нашей области, а конкретно в сторону города Кривой Рог. И в 18:05 раздались взрывы, достаточно мощные они были слышны в самом городе. Затем официальные лица сообщили о том, что была сбита ракета в Криворожском районе. Без прилета. Затем уже и Вилкул написал о том, что все нормально, спасибо защитникам неба, отработала ПВУ. Сейчас же у нас тихо, спокойно, сообщается о беспилотниках типа Шахета ниже Герань-2 в малых количествах. В Николаевской области, Винницкой области летают, но у нас тревогу не объявляли. Так что такая вот у нас обстановка. Хочу пожелать вам доброй, спокойной ночи. И как всегда, по субботам у нас небольшая рок-рубрика. Сегодня я хочу предоставить вашему вниманию трибьют группы ZZ Top, группа La Grange. Очень-очень достойно отыграли. Если YouTube пропустит, вы посмотрите пару нарезок с песен ZZ Top. Мне лично очень и очень понравилось. Надеюсь, понравится и вам. Спасибо за внимание, всем добра и до нового выхода на связь. Надеюсь, поводов для выхода на связь до утра у нас более не будет. Всем бобра.
Fine.